О, трактор какой у нас сегодня. Привез соседу нашему дрова. О, буксует. Здравствуйте, друзья. Сегодня занимаюсь тем, что вывожу снег с ограды. Несколько дней назад у нас был очень сильный снег. И снова намело. Намело так. Короче, хочу вывести снег. Придется, может быть, трактор заводить. Мало ли что, просто в ограде неудобно ходить. А можно, конечно, не вывозить, он и так растает. Но это как-то неправильно. Так, сегодняшний мой ролик хотел рассказать вот о чем. У нас в деревне про... Маленькая такая заставка вот будет вступление. У нас в деревне есть человек, который занимается заготовкой леса, красного леса. Пилит, продает. И при заготовке леса нужна очень серьезная техника. Техника, которая называется ДТ. Горбатая техника. Ну или кировцы, или Т-150. Ну, кировец или Т-150 это очень дороговато для мелкого частника. А вот трактор ДТ самое то. Тем более сейчас, в принципе, можно купить относительно недорого. Там в районе от 80 до 100 тысяч. Но все зависит, конечно, от состояния. Чем состояние лучше, тем это трактор ДТ будет дороже. Короче, у нашего парня, который занимается заготовкой леса, был трактор ДТ. Но слабые места тракторов ДТ, Казахстан. Казахстан ДТ-75. Это ходовая часть. Ходовая часть именно гусянки, звездочки, бортовые, сцепления. Короче, пока новые, они более-менее ходили. А как чуть мало-мало начинает что-то подносилось, он начинает там то в бок идти, то гусянки с гуслей начинает он сходить. Ну, с гусениц, в смысле. А ремонт ДТ в современных условиях очень дорогой. Железо очень дорогое. Там, я не знаю, замена гусянки. Это гусянок, наверное, где-то будет в районе 100 тысяч. Я не знаю, поправьте меня, если я не прав. Ну и сцепление, там кубики вот эти, все остальное. Там много там, как всегда, там коробка гудит. То если бы еще человек работал сам бы на нем, а то один, то другой, то третий. Короче, ДТ содержать это очень... невыгодно, нерентабельно, можно так сказать. Это надо тогда сразу второй трактор брать на запчасти и с одного на другой переставлять запчасти. Что? Что надо говорить? А привет. Вот у меня Степановна ходит. Привет, народ. Ага. Что оделся на улице, жара. А потом ходит вот с такими соплями вот. Ага. Во-во-во. Беречься надо. Короче, про трактор этот. Фу, купил. Ну во, ага. Рассказывай. Что соплей нету. Ну, гонять тебя надо, чтобы ты одевалась. Короче, большая техника, серьезно, она в деревне всегда нужна. Белорус не всегда может почистить снег, привезти там что-то. Всегда нужна какая-то вот эта серьезная техника, мощная. Но содержать ее невыгодно. Короче, продал он этот ДТ, который у него был.
У него был, кстати, с большой желтой кабиной. Ну, это как все модернизированные пошли в последнее время. И купил он, продал его что-то за 100. 100 с чем-то, я не помню уже, какая цена была. Ну, может быть, чуть побольше 100. Купил, короче, он самоходный трактор. Самодельный, самоделку. В одной из деревень тут нашего района. Трактор на базе ГАЗ-66, короче, собранный. Мосты от ГАЗ-66. Раздатка ГАЗ-66. Трактор с передним ведущим мостом. Ну, это все 66-го. Двигатель СМД. И коробка ЗИЛовская. Гидравлика все. Кабина от Т-150. Резина на нем стоит БТРовская вроде как. Ведущие мосты. Короче, купил он его за 100 тысяч. Ну, вот, поездил. Естественно, там надо кое-что всегда, как традиционно, под себя этот трактор настраивать. Короче, сейчас он занимается на этом тракторе. Ну, у него есть еще ЮМЗ. И вот этот самоходный трактор. Как его название? Короче, самоделка. Так что, ребята... Здрасте. Так что, ребята, вам предлагаю такое видео. Привезли дрова здесь несколько дней назад по соседству нашему соседу. Парень живет со своей супругой на квартире. Вот. Так что смотрите. Высказывайте свое мнение, комментируйте. Но если видео наберет много комментариев, еще там, как все блогеры говорят, если видео там наберет там 10 тысяч лайков, я сделаю там обзор или там будет вторая часть. Я такого не говорю. Потому что если вам, ребята, интересно, будет очень много комментариев. Я попробую снять обзор. Ну, поподробнее спросить у этого владельца трактора. Вот как это, обзор истории или как это сказать. Вот так вот, здрасте. У меня сейчас ворота открыты. Снег гружу, и люди идут мимо, смотрят, что я снимаю ролик. Вот так вот. Так что вот так, ребят. Ну а вам хочу пожелать приятного просмотра. Смотрите, пишите, задавайте вопросы. Может быть, у кого-то есть из вас тоже подобная техника в селе или у ваших друзей, знакомых. Вот так вот. О, буксует. С 66-го мосты, раздатка, двигатель комбайна. Два ведущих моста. Не хватает ему маленько. Эх, чуть-чуть не хватает. Да. Там блок лежит сверху, видите? Эх, блин. Телега с дровами все время нагружена. Наконец-то. Да я просто подумал, что он проедет, не стал чистить. Да и... Сейчас он, короче, ищет дорогу себе. О, прёт как. Вот так вот.
мосты блокированные. Это идет хорошо. Мосты блокированные, идет как надо быть. 66-го. Сейчас пойдем. Эссендовский двигатель от комбайна. Колеса БТР. Прет как танк, то ли. Ну чё, вон как нахуй расстал. Сейчас пока не будет, где-то через неделю только. Ну понятно, ну хоть через неделю. Хорошо, я скажу Олегу. Сейчас заедет сразу. А тут трос у него сзади. Маловато ему груза все равно сзади. Побольше, ну тяжелее тогда будет. Еще. О. Сейчас заглянем в кабину. О. Так в кабине. Распределитель стоит. Трехсекционный, коробка зиловская, а тут раздатка, рычаги раздатки, этот, кабина Т-150 на два водителя, в лесу работает. Самодельный. Ой. 6500, да, стоит? 6500 стоит такая телега дров. С привозом. Ну, привоз, наверное. Все вместе. Двигатель все пропало.
Ты на воде ездишь? Ну. Шесть с половиной телега. Я на карте ему переписываю. Это важно. Понял, хорошо. Поставьте сразу. Ладно, пойдем управляться. Хорошего дня. А настроение оно разное. То одно, то другое. Пока хожу, снимаю контент. Елена Степановна у меня работает. Что, Елена Степановна? Еще гнилось. Так, что такое? Вода есть. И гнилось, что ли? Да нет. А?